Здравствуйте, друзья! Сегодня делюсь рецептом картофельных хлебцов, которые можно подать на завтрак вместо хлеба или же к супу, а также применить в мини-закусках. Отварной и остывший картофель натираю на мелкой терке. Добавляю натертый твердый сыр, у меня сорт Гауда. Затем добавляю мягкое сливочное масло, один желток, белок нам не понадобится, прованские травы или же другие специи по вкусу, соль, соли можно побольше, хорошо все перемешиваю. Теперь добавляю муку и обычную манную крупу. Замешиваю тесто, сначала лопаткой, затем руками. Тесто остается еще липковатым, но муки больше не вмешиваю. Заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Тесто делю на 8 частей. Обязательно припыляю рабочую поверхность мукой. Теперь формирую хлебцы толщиной 5 мм. Очень удобно их готовить, когда остался картофель от салата или же гарнира. А форму можно делать абсолютно любую. Выпекаю заготовки в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. Обязательно даю готовым хлебцам остыть. Благодарю за просмотр, лайк и подписку. Увидимся в следующем видео. Пока!